Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Оракула полной луны. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Что я для него значу». Итак, ситуация сейчас. Как она у вас выглядит? Так, смотрите, ситуация сейчас. Он хочет с вами семьи, брака, продолжения рода. Он хочет от вас ребенка. И я бы сказала, ситуация сейчас будет идти как новый виток в отношениях. То есть одно что-то закончилось, да, и сейчас будет что-то новое. Так, что вы для него значите? Он с вами себя почувствовал настоящим мужчиной. То есть вот он сидел, знаете, как в коконе гусеница, да? Сидел, созревал, и вдруг он понял, что он мужчина, что он хочет брака, семьи, он хочет детей. Так, что уходит из ваших отношений? Уходит из отношений общение, в котором он пытался вас себе подчинить, да, то есть он вам навязывал какие-то каноны, он навязывал, я бы сказала, вешал вам лапшу на уши, да, вот это вот все уходит из отношений, то есть что-то произошло, что открыло вам глаза. Так, что приходит в эти отношения? Так, его бесплодные иллюзии. Он понимает, что ему надо налаживать мосты и вылезать из бесплодных иллюзий. То есть он понимает, что уже не получится сидеть и ничего не делать. Так, будущее в этих отношениях. Вы пока на расстоянии и будете переписываться. То есть он будет мучиться, он будет страдать, он будет понимать, что ему тяжело, и он вам будет писать письма, да, такие письма, скажем, скандального характера. То есть у вас будет переписка, где вы будете ругаться, будете грызть друг друга, вы будете претензии предъявлять, такая мышиная возня, достаточно агрессивные будут письма. Так, будущее, а вы в этих отношениях, вы очень внимательная, наблюдательная, вы ловите его на каждой мелочи, вы любящая, и вы здесь проходите очищение, да, через ситуации. Вы такая, знаете, черная кошка в темной комнате, то есть никогда не знаешь, что от вас ожидать. Он в этих отношениях. Человек с заниженной самооценкой, при этом человек, который благодаря тому, что он умеет унижаться, он затаскивает вас, как паук в паутину, в свои сети, да, и вы ведетесь. На самом деле он обладает магическими способностями, ну, скажем так, давить на жалость женщине. Так, есть ли шанс в этих отношениях какой-либо? В этих отношениях есть шанс. Здесь жадность с его стороны, он не хочет вас потерять. Здесь еще такая жадность, знаете, на деньги, с чем вы его, видимо, и вывели на чистую воду. Здесь будут моменты какого-то молчания определенного, да, но потом все будет стабильно. Что в итоге? Что в итоге? Что вы все-таки тут для него значите в итоге? Вы разбили ему сердце, да, вы разбили сердце, и он хочет с вами общения, он хочет, скажем так, он вам открылся, он вам доверился и получил в результате разбитое сердце, потому что вы умная, у вас есть определенный опыт, вы умеете анализировать,
И здесь такой момент, он через вот это разбитое сердце, когда пройдет, что он здесь поймет. Он уже у вас не будет просить никаких денег, он будет строить с вами партнерские отношения. То есть он понял, что ну, вы его вывели на чистую воду, раскусили, ему это неприятно, некомфортно. Но так как он понимает, что он хочет с вами отношений, чтобы та женщина, которая ему дана, скажем так, высшими силами, ему придется через себя перешагивать. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.